Сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Праздник, посвященный всем тем, кто своим мужеством и героизмом заслужил звание Героя России, Героя Советского Союза, статус Георгиевского кавалера или кавалера Ордена Славы. В Чувашии героев Советского Союза, получивших это звание во время войны, более 65. Героев России – 9. Эти люди в разные времена на разных рубежах защищали честь и достоинство нашей страны. Один из них – Игорь Петриков. Он потомственный военный. Героически погиб в бою близ горного села Шали в Первой Чеченской войне. За проявленный героизм и мужество гвардии майору Игорю Петрикову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2015 году в Чебоксарах, где похоронен офицер, был открыт сквер его имени. Каждый год в День Героев Отечества здесь много цветов. К памятнику сыну сегодня пришла и мама Героя России, Анна Егоровна. Работайте над тем, чтобы ваши дети, ваши внуки были всегда примерами в вашей семье, потом в школе, потом в садике, в школе и потом в дальнейшей учебе.